А что там было, расскажи. Да там девочка с Егор отправились в Бог. За лекарством для бабушки. Еще. Потом на них напали. Но потом они оторвались. И они победили снежного короля. И стали праздновать Рождество. А как ты думаешь, есть какой-то вывод, такой моральный урок, что из этой сказки? Какой? Есть. Какой? Что нужно всегда всем помогать. Угу. Такой вывод. Угу. А почему ты пришел именно на это представление? Потому что мне больше всего понравилось название. Угу. А сказку читал до этого? До этого нет. А, ты просто само название понравилось, да? Угу. Спасибо большое.